Привет, мои друзья! И вот он, очередной выпуск «Обмена». И сегодня мы меняем мой телефон, которого добились и, кстати, отремонтировали. Вот на что мы его меняем. Нашли мы этот волшебный дом. А сразу вам расскажу, предложений было в этот раз очень много, причем начиная от того, что типа, чувак, давай я у тебя за деньги куплю. Ребят, сразу давайте вам поясню, на будущее у нас еще будет череда обменов, не надо предлагать деньги, потому что мы меняемся только лишь на вещи, деньги нам не нужны. А что нам предлагали? Нам предлагали очень много PlayStation'ов, Xbox'ов, всевозможные предлагали, кстати, мопедов и мотоциклов, нам, наверное, штуки 3-4 предложили. Предложили АКУ, по-моему, в Саратове, если я не ошибаюсь, она, кстати, даже на дроме стоит, продается, я специально смотрел. Вот, но мы, естественно, выбрали то, что поближе, это пригород Тольятти, село Ягодное, деревня, не знаю, поселок городского типа, в общем, Ягодное, вот, и вот, судя по всему, вот это вот нам предложили. Ну, его стоимость я посмотрел в интернете, в хорошем, в отличном, в идеальном состоянии, он стоит порядка 40 тысяч, вот, это мопед, на который, в принципе, даже документов не надо, но я вот вижу по нему, что он уже такой подраздроченненький, пока хозяйки нету, кстати, хозяйка девочка написала. Ну, видно, он уже, короче, пожил. Такой подмученный, подзадолбанный. Здоров. Мы так рады тебя видеть. Еле, на самом деле, нашли ваши тут эти курмыши. Так, ну что, смотри, про телефон ты, в принципе, уже слышала, знаешь. Можешь в руках покрутить. Ну, этот мопед подарил мне папа. Это было 3 года назад. Мы взяли его за 45 тысяч. Сейчас я перешла на технику более посерьезнее и захотела поменяться, тебя увидеть. Угу. То есть вот так вот, друзья, люди готовы жертвовать своими какими-то ништяками просто ради того, чтобы меня увидеть. Нет бы просто написать: бомбер, давай я тебя свожу в ресторан, напою, накормлю. Нет, они вот мопедами меняются. А на самом деле у него нужно чистить карбюратор, то, что он, ну, плохо заводится. Заводится он только с кикстартера. Touch ID работает? Все работает, я сейчас палец прикладываю, начинник. Тут вон, кстати, бомбер шоу написано. Давай попробуем. Так, ну ты его... Я сразу предупреждаю, что он первый раз не идет. Давай, наверное, откатим его еще. Как телемага, да? Ну да. Работает. Помнишь, мне разбился я на чем-то похожем. Все вниз. Это кит. Он выпадает. Вот это колымага. Жесть. Короче, тормоза чуваки еле-еле схватывают. Он прям испугался, там разворачивался. Вот, ну и, собственно, предлагайте свои варианты обмена на данную технику. Сейчас оператор еще пройдет вокруг, вам его покажет на всякий случай. Ну, может, что-то хорошего увидите. Не, ну, конечно, надо тут руки приложить. Ну, нормас. В общем, мы поменяли ручку на мопед. Если вам это нравится, не забудь ставить лайк. Если не нравится, конечно, поставь дизлайк. Но если ты поставишь дизлайк, то будешь вообще шмонькой. Пиши комментарий, потому что комментарий помогает нашему видео выйти в топ, выйти куда больше, выше, много, красиво, хорошо. Ну и, конечно, подписывайся на канал. И пишем респект вот этой вот девочке, которая, собственно, согласилась поменяться на данную технику. Главное доехать до города и не убиться.